Хаешки, ребятушки, меня зовут Сергей, это канал Хибара, и мы продолжаем играть в игрушку под названием Death Stranding, Смерть на мели. В прошлой серии у нас получилась, конечно, она долгая и, ну, огромные кат-сцены, ну, прям вообще какой-то фильм смотрели. Никак не мог закончить, хотел минут на 40, а получилось на целый час. Я почитал, оказывается, здесь вообще достаточно много таких кат-сцен, и, возможно, серии будут длинные. Но я что думаю, может быть, мы будем играть на стримах? Я подумал, может быть. Почему бы и нет, собственно. Не знаю, просто игру я очень хочу поиграть. Не знаю, как она зайдет, не зайдет. Она вообще достаточно, не то чтобы очень долгая. Если прям вот так спокойно поиграть, то, в принципе, по-моему, она часов на 40, на 50. Но это смотря как играть. Вот, поэтому сейчас вторую серию запишем, а там, короче, посмотрим, как, что, зачем, почему. В общем, поехали. Я еще глянул, чисто глянул в Википедии даже. Вот просто в Википедии первая строчка, там написано, ну, типа, кто разработал и в чем суть игры. Ну, типа, где что происходит. Короче, это происходит в ну, получается, в Соединенных Штатах. В итоге, как, в общем, инопланетяне вторглись, какие-то существа вторглись на нашу планету, грубо говоря, так. Вот, а я типа курьер, но это мы уже из первой серии уже это поняли. Мы курьер, почтальон, должны, короче, носить посылки, вот, связывать поселение. Потом у нас, короче, какой-то есть младенец, который как-то нас защищает. От них у нас, или от каких-то существ, которые появляются, какие-то полупрозрачные, у нас текут слезы. У этого Нормана, ну, это актер, по сути, по-моему, его Сэм зовут, у него, короче, способность дум, он их чувствует, но не видит, а есть те, кто, которые видят. И, короче, вот это пока что все, что я понял, и все, поехали. Также присаживаемся, ребятки, поудобнее, заварим чай, кофе, печенюшки, все, как мы любим, и приятного вам просмотра. Не забывайте ставить лайк, дизлайк этому видео. Вам не сложно, мне приятно очень, ребятки. Пишите комментарии, что думаете, мысли свои. Обязательно все прочитаю, всем отвечу. Жмакайте колокольчик, чтобы не пропускать следующие видосы. И погнали. Так, погнали, да. Короче, мы отнесли... Да ладно. Особое поручение, да? Да ладно. Короче, я, наверное, сейчас это... Короче, здесь реально очень долгий катсцен. Вы помните, на чем закончили? Помните? Закончили на том, что мы, короче, там вот этот уже произошел. Хотя мы же, по идее, пропустить можем, интересно, да? Давайте попробуем пропустить. Так, это мы едем, окей. Это мы едем, короче, на груз... на этом. Еще до того, как там произошел какой-то... В моем детстве... Это тоже мы можем пропустить. Если кто что не знает, можете... Можете посмотреть прошлую серию. Сейчас посмотрим, где здесь мы начнем. Так, это после какой-то вспышки. Это после вспышки, вот, который уже там херит. Или нет, или мы пропустили там, короче... А, нет, все правильно, да. Так, это мы тоже пропускаем, значит. А тут мы сейчас, короче, голые, и, короче, вот как раз ребенок этот лежит. Давайте ее тоже пропустим. Но пока не могу, пока не дают их escape нажать. Так, вот тут мы пропускаем же, да? Наверное, да. По идее, мы сейчас... Вот, мы должны, по идее, вот сейчас... Ой, спасибо, ребятки.
Вот, да, сейчас мы вроде здесь как-то начнем двигаться. Вот, все, да, поехали. Короче, долгие катсцены. Так, сканирование, перемещение. Почему здесь сохранение-то не прошло? Вот это удивительно, конечно. Так, погибая, Сэм может возвращаться к жизни из места, известное под названием Шов. Попав туда, двигайтесь вдоль нити, чтобы вернуть душу Сэма обратно в тело и воскреснуть. Жесть! Вот это, конечно, сцены. Бебе. Бебе. Бебе, ты слышишь? Слышишь меня? Это папа. Фу, бля, вот это гад, фу, бля, черви аж, охереть. Это, кстати, которых можно, по идее, съесть. Вот чё у него слезы текут? В этом надо как-то разобраться получше. Однажды произошел взрыв. Он породил жизнь, какой мы ее знаем. Да-да, это планета, когда создалась. Затем еще один взрыв. Точнее, Солнечная система, по-моему, да, там вот это все. И для нас он станет последним. Чуть-чуть нам не хватило, значит, прошлой серии, чтобы завершить полноценно. Я так понимаю, это какой-то пролог был. Первый взрыв, это получается теория большого взрыва, да? Это получается, когда что-то там взорвалось, звезда какая-то или метеорита два там, или что-то, я не помню. Из школьной программы еще. Кстати, реально, после школы я ни разу не слышал про теорию взрыва. Что-то... Нет, я, может, слышал, но как-то вот осознанно ничего не читал никогда вот. Именно вот про вот эту теорию взрыва. Там же получается Солнечная система или наша... Вот реально, вот тут я, кстати, могу очень сильно затупить. А, или теория Большого взрыва — это создание именно Земли, как Земля появилась. Там же, короче, сгусток сначала, газы, потом что-то там формироваться начало, планета стала, ну, как-то уже более крепкой. Не просто там сгусток газа. Так, ладно, можно продолжить, поехали. Я так понимаю, здесь вообще вся игра, это вот вся игра, наверное, это одна треть только фильма. Ну, понятно, что надо сначала все рассказать, показать, кто мы, зачем. Чё ты постоянно хнычешь-то? Эпизод первый, хорошо. Ты очнулся? Но каково это — вернуться обратно в мир живых? Не бойся, я врач. Ну, коронер изначально. Мое имя Дедмен. С мертвецами я знаком. Не как ты, конечно. Я-то, несмотря на мое имя, ни разу не умирал. Ты так лучше не делай. Я, конечно, не эксперт, но уверяю тебя, это для твоей же безопасности. Видишь? Так я под арестом. Это не наручники. Это суперустройства, которые всех нас связывают. Нас? Нас. Ага, Бриджес.
борцов за светлое будущее или за выживание, называй как угодно. Ага. Где? Сколько времени? Смотри. Попробуй прижать его к коже. Вот так. Расслабься. Это просто значит, что тело установило связь с браслетом. Смотри. Он будет держать тебя под круглосуточным наблюдением. То есть не он, а мы. Чтобы помочь. Какого? Два дня? За это время мы позволили себе взять пробы твоих жидкостей. Ты возвращенец. А это дорогого стоит. Что стало с теми ребятами? Центральный узел уничтожило в ходе взрыва. Настоящий гейм-овер. Теперь это кратер. Уцелел только ты один, по понятным причинам. И твой сломанный ББ. Ребенок жив? Подлежит ликвидации. Все равно не работает. Он бесполезен. Мы всех потеряли. Не только отдел утилизации. Мою команду, штаб, весь Вриденфорд. Всех, кто был в центральном узле. Мы с тобой сейчас в столичном узле. Или вернее, в новом штабе. Садбери был логичным выбором. Но наш отдел внедрения понес большие потери. Да и за два дня мало что можно успеть сделать. Солдатики, модельки, прикольно. К счастью, директор и команда поддержки тогда были за городом. Так что руководство не пострадало. В свободное время стендовым моделизмом занимается. Прости, что не даю тебе передохнуть, но для тебя есть дело. Этот отпечаток. Так это же этот, как его? После возвращения? Энергетики, вон. А это отметина откуда? От женщины в пещере. Ясно. У тебя гаптофобия. Понятно, почему ты ходишь один. Боишься прикосновений. Я постараюсь это учесть, Сэм. К делу. Это срочная доставка. Тебе нужно будет отнести морфий президенту. Какому президенту? Америки нет. Ты говоришь про мэра центрального узла? Нет, не мэру. Америка жива, Сэм. У президента рак в терминальной стадии. Состояние критическое, но время есть. Почему я? Послушай, сделай, как я прошу, и ты сам все поймешь. А ты сам не можешь? Видишь ли, меня здесь нет. Извини. Это лишь хиролиграмма. А сейчас потекут слезы. Реакция на передачу хиралия. Я на самом деле сейчас в изоляторе, в большом треугольном здании. Так, вот морфий. Бриджес заключает контракт на доставку с Сэмом Портером. Да ладно, у вас же там есть морфий. К чему все это? Скажи правду. Правда в том, что последний президент Америки хочет тебя повидать. Неужели ты откажешься? Когда играть-то начнем? Получается, тот взрыв уничтожил вот весь пункт, где мы... Хорошо.
Буду ждать тебя в изоляторе. Где мы, это, сдавали свои товары. Что? Блин, короче, вроде как будущее, да? Вроде как вот он, типа, такой, ну, у него дум есть, он понимает, что есть монстры, он как бы понимает, что прошлого мира уже нету. А он удивляется, типа, а? Голограмма? А? А? Это же вообще не стрёмно, ты чё? Удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер, Бриджес. Здорово. Так, доставить морфоизолятор. Так, заказ. Сэм Портер, Бриджес. Заказ на доставку. Необходимо доставить в изолятор морфин для немедленного введения президенту. Это, наверное, какое-то типа... Давайте я еще чуть потише сделаю, потому что я посмотрел по прошлой серии. Вроде звук-то, кстати, очень даже неплохой. Я поэтому могу даже вот так вот сделать. На 43 поставлю. Потом сравним с этой серией, а там уже будет видно. Куда мне... Так, а я могу машину, мотоцикл взять или мне пешком, типа, херачить? Короче, взрывом уничтожило, я так понял, вот этот весь город и вообще все, что, где мы находились в первой серии. То есть я вот так, получается, все вообще погибли. Это терминал что, доставку сдать? Понял, наверное, мне туда не надо. Никаких действий нет. Наверное, пешком идти, значит. Я ж мотоцикл-то свой просрал. Счастливого пути. Код. Если потерялся, открой карту на своем браслете. Изолятор ты вряд ли с чем-то можешь спутать. Если не знаешь, как добраться, ставь метки и черти маршруты. Попробуй, и поймешь, о чем я говорю. Да, карта. Посмотреть карту, браслет, таб. Ну, карта, кстати, если это единственная карта этой игры, то она очень маленькая, наверное. Потому что я-то топал вот отсюда, вот так вот. А, вот где кратер, наверное, да? А, так город, наверное, жив. Мы же вот здесь вот были, мы вот здесь вот брали заказ. Значит, это все живо. Значит, вот этот жив. А кратер, получается, случился там, где мы в утилизатор, что ли, ехали? Где, чтобы тело там уничтожить? Какой-то узел. Так, столичный узел. Бриджс. Бриджеса. Где этот Бриджеса? Пункт назначения. Изолятор. Доставить морфий. Так это же рядом. Получается, там... Я так и не... Пункт назначения. Окей. Вот я, столичный узел. А как мне... Подожди, как мне чертить маршруты? Мне надо... Так, доставить морфий. Так, поставить метку. А, средняя... Поставить метку, убрать метку. Ладно, я и так понял, в принципе, погнали. У меня, то есть, нету какого-то индикатора, у меня получается... Чё за звуки? Так, вы добрались до метки А. Метка А убрана. Теперь мне надо поставить метку вот сюда. Как мне туда попасть? Как-то вот туда, видимо. Сэм, если хочешь проверить, туда ли ты идешь, посмотри на компас. Он никогда тебя не обманет. Ну, конечно, если у тебя есть место назначения. Режим компаса. Удерживайте... G, чтобы перейти в режим корпус, компаса. При использовании клавиатуры для выхода режима потребуется повторно нажать... А, удерживайте. Подожди, удерживайте G, чтобы перейти в режим корпуса. Я удерживаю.
А, вот он показывает, да? Вот. Типа вот левее. Теперь правее. Ладно, пока сомнительно перейти к метке. Поставить метку. А, все, понятно. Надо наводиться. Метки можно ставить. Ладно. В принципе, и так понятно. Это, короче, город. Дома, кстати, старые. Судя по этому, это обычные города. Это вообще похоже на какой-то этот... это похоже на какую-то Филадельфию. Или это Филадельфия, да, в Америке? Вот этот мост, короче, вот эти дома низкие, кирпичные. В Центральном был не только штаб Бриджес. Это также был и центр движения реконструкционистов. Если бы президенту не понадобилось особое лечение, она бы никогда не уехала. А тогда, конечно, не уехали бы и мы. Получается, президент — это она. Вообще непонятно, живут ли здесь люди. Зачем все это? Как-то, блин, как-то все это очень странно. У них стоит огромный вон треугольный, вот куда мне надо, куда он сказал. Но при этом здесь старенькие домишки. Где защита, где вообще прибрано, не прибрано. Короче, вот меня всегда в апокалипсис всегда смущало, что типа есть базы. Но на этих базах вроде все есть, какие-то современные технологии, но при этом что-то есть старое, куча мусора валяется. Очень это все как-то странно выглядит. Они с такими технологиями могли бы уже бы роботов-борщиков давно бы поставить. Спасибо. Президентом, наверное, катсцена будет очень долго. Как я и сказала, ее показатели держатся на том же уровне. Значит, шансов никаких. К сожалению, боюсь, что нет. Надо начинать приготовление. Сэм! Это я, Дэдмен. Прости, я забыл. Боюсь, что состояние президента ухудшилось. Спасибо. Это поможет унять боль. Чтобы она могла поговорить с тобой напоследок. Она? Первая и последняя женщина-президент Соединенных Штатов. Ты ведь ее помнишь? Она тебя воспитала. А че он удивляется, она? Он же еще до этого сказал она. Дед, ты не очень-то подобающий. Иди хоть комбинезон сними. Очень много здесь всяких каких-то значков, лайки от правителя, пройдена дистанция. Пропустить. Я вот не знаю, мне за это дают какой-то... Вот у меня, кстати, видно нарисована звезда, и, видимо, каждое пополнение какого-то моего опыта заполняется вот эта звезда. И я только не знаю, это мне что-то дает или как... ну, какие-то дает мне перки там, не знаю, какой-нибудь... Так, изолятор, кабинет президента, северная окраина, столичный узел. Это правая рука президента, директор Бриджеса. Да, Хардман?
А, ты был в Бриджесе один? Значит, ты тут и так всех знаешь. Сколько прошло, Сэм? 10 лет? Ну надо же. Собрались вместе, бессмертные уроды. Ну что ж, я тоже рад тебя видеть. Президент ждет. Это твоя мать, Бриджит. Она немного не в себе, но тебя-то она должна узнать. Зачем маску посимпатичнее? Нельзя было маску надеть? Что такая жесткая маска? Если у тебя что-то... Президент, Сэм пришел. Мы оставим вас. Да, сейчас будет просто реально диалоги на полчаса. Не, надо на стримах играть. Не, Сэм, это... я знала, ты вернешься. Как ты поживаешь? Я не читаю, там вроде как реальные актеры какие-то с реальных людей модели брали, поэтому я это что-то не читаю. Амелия? Ты помнишь, она ушла на запад. Путь занял 3 года. Она хочет отстроить страну. Вы не забросили эту идею? Я хотела отправить тебя, Сэм. Время на исходе. Помоги ей, ты ей нужен. Амелия, это случайно не та, которую мы в самом начале встретились с этой девахой? Если вы восстановите связь, объедините Америку. Сэм, если мы не объединимся, человечество обречено. Но страна нам больше не нужна. Нужна. Иначе у нас нет будущего. Нет, Америке конец. Бриджит, ты президент пустого места. Сэм, послушай. Вот что за фотка была. Я тогда не рассмотрел ее. Я люблю тебя, Сэм. Я буду ждать тебя на берегу. Мадам президент! А, нет. Сто 150 кубиков, ни хера себе, это жестко. Она не реагирует. Держитесь, мадам президент. Пульс падает. Ну же. Мы ее теряем.
Блин, грустные моменты какие-то. Время смерти. А, это все симуляция? Это типа симуляция создания кабинета? Ну правильно, они же она же в изоляторе, она же в здании таком построенном. Какой... А выглядит как Белый дом, ну то есть как комната президента. Я еще хотел сказать, что типа... Слушай, они... Никто не должен знать, что она умерла. Иначе... Она беременна была, Амелия, скорее всего, Амелия беременна, это его сестра, а этот малой и есть, короче, этот ребенок, которого мы носили, скорее всего, возможно. Но я могу ошибаться, конечно, но я еще думаю, блин, типа, такое время, а до сих пор, короче, кабинет, как по-старому сделал, ну, кабинет президента, типа, для чего это нужно? Типа, просто создать атмосферу? Бриджесу настанет конец. То, что здесь произошло, останется между нами, ты понял? Да, директор. Но как нам поступить с телом? Без отдела утилизации? У нас есть решение. Жестко, президент погиб, это плохо. Ну, от старости или от болезни. Почему у нее руки черные были, вот в черной вот этой мази? Вот это непонятно тоже. Сэм. Перед смертью президент заключил с тобой контракт. О чем ты говоришь? В качестве члена Бриджеса ты поможешь нам всем восстановить Америку. Ты хочешь меня завербовать? Она уже пыталась. И у нее получилось. Взгляни на свое запястье. Если уж это не символизм, то я не знаю. Директор, рак распространился по всему ее телу. Изъятие органов исключено, и проводить вскрытие нет нужды. Тело нужно кремировать, пока не начался некроз. Иначе от нас тоже останется один кратер. От меня-то что требуется? У нас сейчас нет ни одного курьера. А твои знакомые из отдела утилизации погибли. Но тело президента нужно сжечь. Выплеск разрушил дорогу, которая вела от столичного узла к крематорию. Теперь добраться можно только пешком, по горам. На плотность Хералия там зашкаливает. Значит, там твари. Нам нужен особый человек. С думом. Возвращенец. То есть я? Почему? Сэм, ты уже один из нас. А теперь за дело, Сэм Портер Бриджес. Та-та-та-та-та-та-та-та. Это был пролог, наверное. Хотя написано было эпизод первый. Да, сейчас еще катсцена следующего эпизода. Вставка будет. Изолятор, подземный вход, северная окраина, столичный вид. Ладно, это была точно последняя серия. На запись играть невозможно. Ну, вот сколько? 35 минут. Что мы с этой сделаем? Мы пробежали просто 2 минуты от места к месту. Все, остальное все катсцена. Конечно, понимаю, что... Я хочу сказать. Президент Стрэнд верила в возрождение Америки. Она неустанно трудилась во имя объединения наций. Не будь ее, не было бы и Бриджес. Ее следует похоронить с почестями. Но мы этого сделать не можем. Вместе с ней умрет Америка. Без нее... Бриджес тоже исчезнет. Слушай. Ее кремацию нужно провести в строгой тайне от всех. Ну, допустим, а дальше? Кто займет ее место, смирись. Америки больше нет. Сэм, Америку рано хоронить. Он сказал, она умрет вместе с Бриджет. Для нас она умерла. Но Америка достойна иметь президента. Что-что? Поговорим об этом потом. Сейчас главное —
довести до конца дело, начатое твоей матерью, и отстроить Америку по ее заветам. Для этого и существует Бриджес. Сделай первый шаг, Сэм. Доставь тело президента в крематорий. Если мы все не объединимся, человечество обречено. Я хотела отправить тебя, Сэм. Времени не осталось. Я люблю тебя. Буду ждать тебя на берегу. Ну, как бы да, вообще на самом деле, если есть какие-то общины еще людей, как бы зачем, ну, окей, нету. Расположен на юго-западе. Учти, придется пройти по территории тварей. Мы построили крематорий высоко в горах, чтобы содержащийся в дыме Хирали не шел к городу. Будет непросто поднять туда тело. Жесть! А че как-то по... По-нормальному нельзя было? Мы будем вести круглосуточный мониторинг. Если что-то обнаружим, свяжемся с тобой через браслет. Машину какую-нибудь. Ну чё-то, блин, ну тело таскать на рюкзаке. Ну 50 килограмм, ну 60 килограмм. Да это охренеть просто. Это, по сути, ну там, не знаю, полная боевая выкладка еще с дополнительной всякой броней и прочее. Ну, это можно, но это сложно. Прикинь, а одно дело, когда у тебя по всему телу 55 килограмм. Одно дело, когда у тебя по всему телу распространено вес, да, гармоничный. У тебя просто все тело тяжелое. А другое дело, когда тебя просто на спину давят, и ты просто... Вон он поправляет, ему тяжело идти. Смотри, как он идет. Сэм, это Дай Хард. Дэдман рассказал тебе про браслет? Используй его, чтобы найти сжигатель. Блин, ну это жесть, конечно. Вот так вот идти, тащить за собой тело. Это, во-первых, стрёмно. Это жесть. И, да, блин, короче, капец. Ладно. Я знаете, чё? Я предлагаю закончить на этом. Пускай будет 37 минут. Мы посмотрели реально просто одну серию этой игры. Сериал. Это просто сериал пока что идет. Но сейчас, конечно, будет уже более такая... Больше будет игры, геймплея. Я предлагаю посмотреть на стримах. Попробовать поиграть на стримах, я думаю, что должно получиться, потому что вот 30 минут мы смотрели кассену, 5 минут мы бегали, все. Тем более сказано в Википедии, что здесь продолжительные кат-сцены, они частенько, скорее всего, будут, особенно в диалогах каких-то, когда там задание будет завершаться. Я поэтому предлагаю потом поиграть уже, потому что стрим, ну что, стрим можно провести там 2-3 часа, за это время куда больше что-то получится. Вот. А так, ну, короче, да, в принципе, суть начинается... Хирали, короче, содержится в дыме, когда ты сжигаешь или что-то такое, наверное, от которого текут, я так понимаю, слезы или что? Или Хирали это что-то другое? Я немного запутываюсь. Тут пока моменты вот эти более уточненные, они сложные. Ну, сложно понять, что на что влияет, что почему. Но основная мысль, она как бы более-менее становится понятной. Вот, тем более фотку вот мы посмотрели. Получается, да, получается, я в принципе относительно думаю, что правильно размышляю. Но если кто что, пишите свои мысли. Главное без спойлеров, главное не спойлерить. Остальное можете написать, какие-то уточнения по поводу этих миссий. Вот, Ланька, ребятки, продолжим тогда, наверное, на стримах. Всем спасибо за просмотр, подписывайся на канал, ставь лайки, дизлайки, пиши комментарии, я всем обязательно отвечу. Ссылка в описании на поддержку канала, если есть желание, проходи, буду рад любой монетке и колокольчик жмакай, чтобы не пропускать следующие видосы. Всем, ребятки, спасибо за вашу поддержку, добро пожаловать новым зрителям. Всем до встречи, ребятушки, всем пока.